Альберт Миндяров – участник СВО. Он пошел на фронт по примеру отца, Азата Миндярова, который участвовал в Чеченской войне. Рассказывает, что когда настало время защищать родину, не смог остаться в стороне. Сегодня Миндяровы посетили праздничный концерт, посвященный Дню Победы в рамках клуба семей участников военнослужащих «Свои». Я решил пойти добровольцем, так как наши ребята там. Вот. Я заднего не включил, пошел вперед только. И пойдем только вперед. Я поэтому и горжусь ним. Молодец. Клуб семей военнослужащих «Свои» открылся спустя 2 месяца после начала специальной военной операции. В рамках этого проекта у участников боевых действий и их семей появилась возможность объединиться. Ведь у каждого из них есть то, о чем хочется рассказать, спросить совета или помощи. В клубе оказывают психологическую помощь, для детей проводят мастер-классы. С момента создания клуба у нас уже многие подружились и уже дружат с семьями. Поэтому они уже приходят не по одному, там на некоторые мероприятия уже приходят по 5-6 человек. Ну, будем так, мы их объединили. Сейчас они друг другу помогают, ну, лишний раз подскажут, лишний раз помогут, лишний раз куда-то вместе сходят, проведут время. Встречаемся, общаемся, делимся опытом, мнениями. На праздничном концерте сегодня присутствовали участники боевых действий в Чечне, представители ветеранских организаций, волонтеры молодой гвардии. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.